Соединенных Штатов и Алиевского армян. Что это такое? Возможно, это даже спасение для всего человечества. Может быть, это пустышка, может быть, это даже какие-то витамины. Я не утверждаю, но я все-таки вам говорю свое мнение. А вдруг это так? Давайте задумаемся. Кто-то стал говорить, что, например, применяемый сейчас, вот, который хотят утвердить закон об эвакуации в России, это вообще-то неплохо. Здравствуйте всем. А те, кто... Приветствую себя на канале. Я некоторое время исчез. Я сейчас появился. У меня был страйк, два видео удалили. Они сейчас очень строго YouTube на всех других, значит, ведущих, политологов, блогеров, на всех наезжают. Что и следовало ожидать. У меня еще примерно 90 дней будет предупреждение, поэтому я не могу рисковать. И так как я вас всегда просил заранее, но я думаю, не получилось переходить на YouTube и... Битшут только лишь по той причине, что человек так создан, он привыкает к чему-то, ему пока нож до кости не дойдет, человек не изменится. Вот я, вот если вы хотите посмотреть эту передачу и еще другие видео, которые там есть, интервью с Федзером и с Мариной, которое было удалено, а также и документальный фильм «Филантроп», который у меня там есть, многие из вас посмотрели, вы вынуждены, ребята, если хотите перейти, дорогие мои слушатели, и зарегистрироваться Битшут и DTube. Если у кого-то не получается битшут в России, можно через VPN. Если кто не понимает в этом, то через DTube. И самое главное, чтобы вы старались оставлять там комментарии, чтобы вы старались там быть активными и поддержать канал битшута, потому что битшут не финансируется. Я лично делаю туда, значит, вложения $5, 10, 20, 50, 100. Кто сколько сможет, чтобы этот канал продержался, потому что за спиной битшута не стоят магнаты. Вот, рисковать я на моем канале с передачами больше не буду, пока что, 90 дней, когда пройдут, у меня два страйка уйдут, тогда я более или менее смогу. Но, тем не менее, хочется сказать, что я не пропал, вы можете меня найти всегда на каналах, хотя у них тоже уже предупреждение, у Сергея Добрышкина, злого эколога, у Ксении Тумашкина, у нее тоже сейчас блог. Да, вот можете вы меня найти еще на таких, на других каналах, которые я ссылки выложу внизу этого видео, пожалуйста, там стрелка снизу справа, эта стрелочка вам открывает страничку, и там будут все ссылки. И, кстати, на Фейсбуке меня тоже заблокировали за одного слова «зомби», которое было направлено в сторону коммунистов, которые написали, что Сталин – это хорошо, СССР был самой прекрасной страной. Я просто ответил, что я не согласен, так как в СССР были закрытые границы, не было частной собственности и свободной личности. На меня набросились с руганью, и, естественно, я им ответил одним словом «зомби», и за это меня прикрыли на 30 дней. Хочу отметить, что я очень сильно подозреваю, что коммунистов не трогают, так же, как и коммунистическую партию США на Фейсбуке не трогают, и всех русскоязычных, значит, просталинских, значит, гвардейцев, которые несут всякую пропаганду и чушь, вроде бы борются с капиталистическим нашествием, в то время как частная собственность сейчас уничтожается теми же левыми коммунистами-глобалистами. Ну что ж, подпишитесь обязательно на Телеграм, это очень просто. Этот Телеграм не спецслужбовский, он независимый полностью. Вы можете спокойно там выражать свои мысли. Нас должно быть больше, мы должны следовать друг за другом. Если через определенное время, которое я почувствую, я не наберу достаточно, значит, следователей, последователей, подписчиков, друзей на Телеграме и на DTube и BitShoot, я свою работу, наверное, прекращу. Поэтому, ребята, это все зависит от вас. Если вы хотите, чтобы я был, чтобы я делал свою работу с другими людьми вместе, совместно, мне нужно увидеть, что у вас есть интерес. Так как я либертарианец, я верю значит, в спрос и предложение. Рынок диктует свои условия. Если я рынку буду нужен информативному, значит, я буду. Если нет, значит, нет. Ну вот, было очень приятно с вами опять встретиться, и надеюсь, что мы все-таки будем... на независимых платформах. Все зависит от вас. Не ленитесь, переходите на ссылки. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо.